Зажечь звезду хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа вернулся со Славянского базара в Витебске и не с пустыми руками. Они заняли почетное второе место в гранд-финале конкурса «Огонь молодежных талантов», который проходил в рамках фестиваля искусств БРСМ. В рамках творческого феста за звание лучших боролись танцоры, музыканты и артисты, победившие в областных отборочных турах. Представители Смиловичского колледжа подготовили творческие номера в трех номинациях. Авторский хит, современная хореография и шоу-программа. Артисты колледжа покорили зрителей шоу «Мажореток». У нас очень активные ребята, очень инициативные педагоги и всегда стремятся не просто к каким-то вершинам, а в первую очередь к саморазвитию. И в этом году нам было предложено поучаствовать вот как раз-таки в фестивале «Славянский базар». Изначально мы стали участниками районного этапа этого конкурса, где победили три номера в двух номинациях. Ну а затем уже нас пригласили непосредственно на «Славянский базар». Ребята-подростки очень живо на это откликнулись, педагоги помогли. Опыт очень огромный, наработок очень много. И на «Славянский базар» тоже было представлено три номера. Кстати, Смиловичский колледж впервые принял участие в Славянском базаре. Кроме того, учащиеся привезли более 10 дипломов с конкурса «Студенческая аграрная весна», который также проходил в Витебске.